На водительском сленге автомобили марки АК далеко не случайно называют бешеными табуретками. Возможность убедиться в правоте этих слов предоставилась инспекторам ДПС, когда на приличной скорости в патрульный автомобиль на легендарном детище автопрома едва не въехал житель села Ахмат Краснокутского района. Ответная реакция полицейских была вполне логична и очевидна. Гражданина через громкоговорящее устройство попросили сбавить обороты и остановиться. Но не тут-то было. По накалу драматизма данное видео не уступает «Формуле-1», но по количеству возможных аварийных ситуаций, которые в ходе погони создавал водитель АКИ, существенно превосходит известный мировой чемпионат по автогонкам. В итоге, показав всю удаль и прыть, злоумышленник все же не справился с управлением и, каким-то чудом избежав столкновения со столбом, воткнулся бампером в стену частного дома. В патрульном авто водитель отечественного болида честно признался в том, что пьян. Показания алкотестера подтвердили его правоту. В результате преследования водитель был задержан. Установлено, что 52-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25, по части 1 статьи 12.15 и части 1 статьи 12.8 Кодекса об административном правонарушении. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.